Здравствуйте, дамы и господа. Вас приветствует Олег Алавгудвин, великий популяризатор массажных технологий на всем русскоязычном пространстве интернета. И сегодня мне ассистируют Александр и Анатолий, два брата, близнецы. И мы затронем такую тему предохранения и защита массажиста, а точнее конкретных его рабочих инструментов. Это что у нас? Это наши ручки, да? Они часто страдают. Потому что, ну, профессия, честно говоря, тяжелая. Мы работаем физически, да. Массы тел, которые к нам приходят, они бывают и 110 килограмм, и 150, и 170 килограмм. И мышцы очень жесткие. Так что не ровен час мы можем себя сами травмировать. Особенно мы себя можем травмировать, если делаем это все не разогретое. Прибежали с мороза, раз, пациент лег, да, и тут же хоп-хоп, у меня у самого было. И тот себе запястье там... Ну, не порвал, да, но потянул так сильно, что оно проходило несколько месяцев, и я практически не мог работать. Не дай бог, там палец сломается, да. В старости у нас у массажистов, если постоянно, регулярно, да, вот каждодневно работать, по 10-20 человек принимать, в течение 20 лет, то крутят пальцы, суставы начинают болеть, и опухают вот шишки такие, да, артрозы, артриты получаются. Поэтому сейчас покажем комплекс упражнений для того, как начать свой рабочий день для массажистов. Это каждому массажисту важно, и каждый желательно перед рабочим днем должен проделывать хотя бы пару минут некоторые из этих упражнений. Поэтому бросайте все, посмотрите в это видео, садитесь перед камерой поудобнее, перед мониторами, перед телефонами, где вы там, да, и просто повторяйте за нами, дорогие друзья. Ну что ж, начинаем. Начинаем, нет, не с палочек, начинаем просто с разминки рук, да, быстро их размяли вот сами по себе, вот по-всякому, да, вот покрутили, зажали руки вот так вот, потом пальчиками зажали вот эти вот перепонки, да, и вот в ту сторону растянули пальцы, растянули, мизинец пропустили, вот так не получилось мизинец схватить, да, с другой стороны хватаем и также вот растягиваем левую руку, правую руку, быстро, тут не надо прямо быть каким-то мастером, да, боевых искусств или супергибким человеком, просто вот на растяжение, да, потянули руки в разные стороны. Теперь потянули их внутрь. Большой палец потянули так, чтобы он соприкасался. Получается, да? Немножко нет, за палец прям тянем, за палец, чтобы он соприкасался с предплечьем. Вот видно, да? Одной рукой, второй рукой. И желательно с другой стороны тоже. Ну, мне сейчас не получается, а раньше получалось. Так, схватили руки вот так вот. И выгнули их максимально напротив, стараясь не расцеплять замок. Тянем. Чувствуем, как при этом тянутся связки. Теперь поменяли руки. Вытянули. Ну-ка, насколько получится. В детстве у меня получалось даже так, что я вот в эту вот дырочку, вот эту, продевал голову. Сейчас уже, конечно, так не получится. Размяли, растрясли, сбросили всю энергетику. Покрутились. Да, а вот теперь разминаем непосредственно запястье, да, на скручивание. Берем свою руку и вытягиваем вперед. Тут желательно... Желательно, чтобы оставался прямой угол, то есть руку перед грудью, да, и прямой угол почти остается в локте. В одну сторону, а теперь в другую сторону. От себя вот так вытягиваем. От себя вот туда. Вот чувствуешь, боль сразу идет, да? Отлично. Так, вот так сразу больнее. Прокручиваешь. Не прокручивай, и вот туда вперед чуть-чуть. Вот, видишь, аж даже присесть от боли хочется. В эту сторону и в противоположную сторону. Теперь придавили руку вот так вот на ребра, да? И, ну, можно обе, да. И покачали вот так вот. Сами запястья гнутся. Так, ну, для наших рук этого вполне может быть достаточно, да? Ну, вообще, есть еще дополнительные всевозможные приспособления. Вот такие колечки в виде пружинки, которые мы одеваем на пальчик, да, и проминаем мышцы своих пальцев, каждого пальца. Видно, надеюсь, там видно, да? Растираем, как следует.
Растираем каждый наш пальчик. Долго демонстрировать не буду. Если у вас есть такие пружинки, то обязательно покупайте и тренируйтесь в транспорте, пока едете на работу, да? Дома перед телевизором. Для центральной ладони есть всевозможные акупунктурные вот такие вот валики, например, это из можжевельника. Шарики там продаются. Ну, шарики сейчас не буду демонстрировать. Мячики такие, да? Мы их просто катаем, растирая руки, согревая таким образом и стимулируя все наши акупунктурные точки, которые, вы знаете, есть в многообразии на наших ладонях и в каждом суставе пальчика. Тут руки, ноги, живот, вот тут кишечник расположен, голова, вот здесь вот, да, легкие. Ну, мы сейчас точки проходить не будем. Теперь у нас есть такие вот палочки. Покажите, братья, на камеру ваши палочки. Вот, обычные, да, то есть это вот чернок от лопаты отрезан, да, от швабры. Вот. Их можно, ну вот есть восточные палочки. Вот такие в Таиланде используют для массажа стоп и ладоней. Разного диаметра есть эти закругления на них, для того, чтобы сами себе проминали болевые участки и акупунктурные точки на руке. Меняете направление, меняете, в общем-то, у нас нет цели показать конкретно точки, да, но, ну, вот, кстати, одну точку действительно стоит показать. Точка расслабления и снятия головной боли на указательном пальце, если прямо провести, да, перпендикулярно, провести от большого пальца вот сюда, да, по центру прямо вот этого вот мускульного мешочка над перепонкой, да, есть точка, вот ее надо передавить снизу, а сверху уже пальцем, да? И вот через эту точку, да, или сверху. Чувствительная. Да, она чувствительная, она болевая. Несколько таких пульсирующих движений. Нажали, отпустили. Очень хорошая, я вам скажу, стимуляция. Прям так бодрость. Сразу лично. Да. Ого. Проснулся аж. Так, ну и еще какие приемы, давайте покажем, вот из боевых искусств с этими палочками, что можно делать? То же самое, так же, выгибаем. То же самое, там, для себя. Выгибаем. Вот в сторону, в эту сторону. Да. Так, развязка камеры тогда. Влево, вправо, да, круговые движения. Крутим по-всякому, да. Те же восьмерочки крутим. На сопротивление обязательно, между пальцами зажимы делаем. Каждый пальчик прожимаем, он одновременно вставляется, сам пальчик. Да, где-то вставляется, да, бывает хруст. С поворотом. Я вот еще рекомендую сделать, зажали палец, да, и с прокручиванием таким его в одну сторону и в другую. Тоже уже палочку. Да. О, хруст даже, хрустит. Вот. Хотя зарядка уже была, все равно вставили. Хотя уже не утро, да, зарядка была. Уже, все равно вставил. Вот, еще. Прокручиваем. Еще вставил. Если вы сидите перед камерой и у вас нет, естественно, такой палочки под рукой, возьмите хотя бы толстую ручку, да, которую вы не сломаете, да. Вот с ручкой или с карандашом, мощным фломастером, маркер вот возьмем, да. В принципе, такой же инструмент, также можно все это повторить. О, хруст был. И точки себе пронажимать. Очень хорошее приспособление, простое, в обиходе, очень полезно, кстати, очень помогает. Да, и в принципе для гибкости пальцев, то есть вот мы размяли, да, их. Теперь для гибкости пальцев нужно просто их тоже потренировать отдельно пальцы. Потому что филигранность массажиста достигается тогда, но это только с опытом, естественно. Не сразу приходит, но когда он одновременно, получается, делает и жестко, и мягко. То есть он вроде бы и давит, да, но давит так с умеренной скоростью. То есть тут нужна такая тонкая маневрированность. Видишь, вот мышца идет, здесь зажата, там пожестче, да? Здесь эта же мышца уже мягче становится, и тут уже мы давим тоже мягче. Для этого пластичность должна быть у наших рук. Ну, во-первых, берем пальчики, да, и попытаемся их по очереди загнуть в эту сторону, а потом в эту сторону. А теперь такое же движение, только спиралевидное. Как будто выкручиваем. Вот так, как будто пальцы наши танцуют. Перед камерой, помните, вот эти всякие движения. Вот. Ну, при этом не только кисть работает, но и пальцы. Вот они плавно гнутся. Также можно попробовать загнуть все пальцы один на один.
Получается, да, у вас вот такую клешню сделать? Очень хорошо. Просто для растяжения. Да, гибкость. Они у меня съезжают, потому что уже немножко масляные. Большое значение. Ну вот и на второй. Что-то получается. Желательно на обоих руках. Потом тренируйтесь вот. Разделили по два пальца с двух сторон, да? Соединили по одному пальцу. Раз, два. Раз, два. Тренировка. Раз, два. Получается? Тренироваться еще. Да, вот-вот. Тоже нам необходимо, потому что когда мы обрабатываем мышцы, у нас часто бывает, мы по два пальца залазим, по одному пальцу, да, то есть разными вот этими, типа движения ножницы, да, тоже растираем мышцы. Такой прием нам тоже необходим. Следующий прием — это скручиваем на силу теперь руки по каждой фаланге. Желательно согнуть, чтобы прямо вот так вот гнулась фаланга, если у кого-то получается, да. То есть первую фалангу, вторую фалангу с напряжением, как будто мы через пружинку работаем. Третью, четвертую, вот они скрутились и зажались полностью кулачки. Кулаки держим сильно. И теперь не распускаем, а с напряжением обратно так же вот спираль раскручиваем. Да. Это получается та же... О, прям аж это напряжение, да? Пошло. Да, даже вспотели. Это как раз получается, скручиваем логарифмическую спираль по числам Фибоначчи. То, что я на доске, помните, рисовал вот это? Да. Голографическая реальность Вселенной, как этот, спиралевидная наша галактика закручена. Да? Также наш палец получается. То есть это 1 сантиметр, 3 сантиметра, 5 сантиметров и 8 сантиметров косточки. Видите, как раз по числам Фибоначчи они получились. Вот мы эту спираль голографическую, логарифмическую закрутили. И силы раскрутили обратно. Теперь укрепляем мышцы всех ладоней. Это берем прямые пальцы. Как будто бы сквозь какую-то жижу твердую, как будто металл или кокосовый хотим раздавить. Вот прямые пальцы. Прямые. Не сгибаем теперь, не прямые. Прямые вот сгибаем. Соединили вот в щепотку так раз. И сопротивление обратно. Статическая нагрузка такая. Прям мощная. Фу. Энергетика прыгает. Да. Энергетику сбрасываем. После этого себя весь негатив сбросили. Так. И еще один небольшой приемчик мы сейчас делаем со специальными шариками. Нажми паузу, пожалуйста. Вот, для этого есть такая драгоценная китайская коробочка с китайскими шариками. Или как их называют? Яйца Чингисхана, да? Они звенят, да, но смысл в том, чтобы мы в руке их начали вращать так, чтобы они не издавали звуки, или практически еле-еле. То есть должно прокатываться по каждому пальчику, в одну сторону и в другую сторону. То есть мы как раз вот тренируем вот эти вот наши движения. Пальцы должны быть как у жонглеров. Это вот один прием, да, в одну и другую сторону, не соприкасаясь, они не бьются друг от друга. Потом через верх перекатываются. Чуть не получилось. И второй прием, когда эти шарики, они шелестят друг от друга. Вот такой момент, постоянный звук. И в другую сторону. И через верх. Вот такая тренировочка. Можете ее добиться. Также можно в свободное любое время, пока вы не работаете, применять подобные шарики. Ну, у вас, я знаю, есть деревянные, да, похоже. Они поменьше, конечно, да? Поменьше и полегче. Да. Так, ну, а теперь давайте, вот у нас не зря присутствуют два брата-близнеца, братья Симоновы, Александр и Анатолий. Они мастера боевых искусств, да? Ну, перечислите, какие там у вас, я уже эти все регалии забыл. С 13 лет занимались боксом, перворазрядники по боксу. И дальше стали заниматься рукопашным боем. Всесоюзная федерация рукопашного боя СССР. Это все нам пригодилось. Захотели стать массажистами с мануальной коррекцией позвоночника, которую Олег Лавгуден преподает. Очень понравилась эта школа. И мы вот здесь оказались. В прошлом очень известные люди, да, в высоких кругах даже.
ну не будем называть ни круги, ни фамилии, оставим. Но сейчас мы можем некоторые эти приемы показать для укрепления наших сухожилий и запястья, да? Да. Ну кто, Анатолий, да, покажет? Покажу я. На полу, да? Ну, вначале мы разогрелись, естественно. Да, мы уже разогрелись. Уже разогрелись, кисти разогрели. Еще раз я вам покажу. Приплечи. Плечи. Потрясли кистями. Так, и, пожалуйста. На полу. На полу. Для укрепления кистей и предплечий. Что мы делаем? Вначале разогреваем мы пальцы. Все делаем на выдохе. То есть вот начинаем с пальцев, да, и сразу да. Потом переходим на запястье, на кисти. Постоять, прокачать кор свой, укрепить тело. Укрепили. Можно перейти на кисти. Кто хочет, может отжаться. Или прямо. Широким хватом, узким. Или узким хватом. Прямо на костяшках, да, ты отжимаешься? На костяшках, да. Но при этом запястье жестко закреплено за плечами. Да. На пальцах постоять обязательно. А потом плавно попрыгать, перекатать. Это и для массажиста очень полезно. Также и для спортсменов. Ого. Да, то запястья должны быть крепкие. Когда же тренировался Костя Дзюх? Дзюх. Известный боксер. Да. Техника Кости Дзюх. Техника Кости Дзюх. Ну вот, вы... Если не успели какие-то эти приемы повторить сейчас, да, то подпишитесь на это видео, сохраните его у себя, подпишитесь на наш канал Академия телесно-ориентированных практик. Мы дальше вас будем знакомить с все новыми и новыми фишками, которые вам будут пригодны в работе однозначно, да. И поэтому можете еще раз посмотреть это видео потом и повторить то, что сейчас не успели за нами повторить. Да, а вот эти боевые искусства, большое вам благодарность объявляю. В укреплении запястья, вот эти, да, приемы боевых искусств, они также очень полезны. Еще раз повторяю, это недостаточно, это не такой редкий случай, когда мы травмируем себе либо пальцы, либо запястья, либо локти, да. Поэтому их надо нам, специалистам, массажистам, мануальным корректорам и терапевтам постоянно укреплять. Будьте с нами, подписывайтесь на наш, на наш канал, да, и приходите на наши уроки. С вами был Олег Алавгудин и братья Симоновы! Хай!